Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор на мои покупки, которые совершала буквально вчера. И эти покупки, они не косметические, они, скорее всего, бытовые, и они идут на заметку хозяйка. Может быть, кому-то данный обзор на покупки будет полезен. Девочки, совершала я их в Магнит Косметик, так что... Если что, вы можете это все найти там. Девчонки, итак, начну я, наверное... с постельного белья. Приобрела вот такой вот отбеливатель няня, универсальный, без хлора. Что могу сказать? Вот этот вот отбеливатель, он стоит там где-то в районе 54 рублей. Я бегала, искала свой отбеливатель, который я вам показывала в пустых баночках, но, увы, его не было. Взяла вот этот вот, подумала, ну, подойдет, не подойдет, понравится или не понравится. Мне понравилось, он неплохо отбеливает, но один минус. Он абсолютно неэкономичный. Для того, чтобы действительно, к примеру, вам нужно отбелить ваши кухонные полотенца, его нужно достаточно много насыпать, и, естественно, то есть как бы вода должна быть достаточно горячая. Но за 54 рубля я его себе взяла и, в принципе, не разочарована данной покупочкой. Следующее, что хочу показать, это просто, мне кажется, незаменимая вещь у каждой хозяйки на кухне, это бумажные полотенца, которые, ну, блин, ну без них, увы, к сожалению, никак. Следующее, что хочу показать, это, знаете, 50 на 50 моя покупка, к сожалению, мистер Мускул, эксперт для ванной комнаты. Я его брала не то, чтобы, знаете, там, у меня какие-то проблемы с ванной комнатой. Я, наверное, очень часто занимаюсь тем, что я постоянно слежу за чистотой в ванной комнате, то есть как бы, и поэтому... Чего-то такого капитального мне там не нужно. Но все же, для того, чтобы была в форме, она, мне очень сильно нравится это средство. Но я ее попробовала испытать для того, чтобы в стиральной машинке, вы знаете, где лоток, насыпается порошок, чтобы убрать вот эту вот накипь или что это там называется. К сожалению, вообще нет. Я и оставляла, и замачивала, и терла, что только я не делала. Вот этот вот эксперт, он мне абсолютно не помог. Сейчас, девочки, и в поисках данного средства, потому что вот у меня прям вот, знаете, такая вот, вот, я не знаю, как назвать это, какой-то вот просто идея фикс для того, чтобы мне вот эту вот проблему у своей стиральной машинки убрать. А так, в принципе, хорошо убирает налет, да, и тут еще говорит о том, что убивает микробы, но я вообще на микробах помешанная, как любая, наверное, мама. Поэтому, девочки, могу, в принципе, для каких-то несерьезных, наверное, вот как у меня вот в стиральной машинке не справляется, а так, в принципе, все налет, ржавчину именно у ванной, допустим, у смесителя, она хорошо убирает. Так что, девочки, можете присмотреться. И вот этот вот тоже 50 на 50. Что-то я, знаете, в принципе, он хорошо чистит газовую плиту, убирает какие-то, знаете, возле раковины, раковину можно хорошо почистить. Но вот какие-то серьезные, вот такие прям пятна, вот я люблю очень сильно готовить в газовой, в духовке, да, то есть очень сильно мне нравится запекать, жарить, но вот там вот некоторые пятнышки мне нужно было усилия какие-то прям приложить для того, чтобы потереть. Но, в принципе, он не стоит сильно дорого, но я не скажу, что он стоит бюджетно. Я его брала по акции, там была скидка на него. В принципе, за ту стоимость, которую я взяла, я не разочарована. Но уже в следующий раз, если по полной стоимости брать каждый, я, наверное, уже задумаюсь. Наверное, скорее всего, не возьму. Следующее, от чего я была в полном восторге и не ожидала этого, это средство для... чистки холодильника, это фирма Luxus Professional, чистый холодильник с запахом мятный, убивает неприятные запахи, быстро, безопасно при использовании. Девчонки, я была вообще в шоке от этого продукта, я вчера чистила холодильник, вот как уже заметно, могу сказать вам, да, офигенно убирает всевозможные, знаете, там, там пятнышко, тут пятнышко, тут пятнышки на самом холодильнике, классно убирает, не оставляет разводов, нет вот этого, знаете, мятного запаха какого-то, нейтрализует абсолютно, то есть мне, в принципе, понравилось очень даже, и на наш большой холодильник расход идет очень даже экономично. Девчонки, я его купила что-то в пределах 60 рублей, подождите, 100 рублей, и мне очень сильно даже понравилось, то есть эта покупочка будет, наверное, повторяться мной. Следующее средство, тоже от которого я была в восторге, это спрей для чистки стекол.
скандинавский запах скандинавской весны. Девчонки, вообще вот к этим средствам, они у меня текут рекой, потому что постоянно ребенок где-то что-то заляпал, где-то еще что-то, я имею в виду на зеркальных, да, поверхностях, и постоянно ходишь, чистишь, убираешь, потому что, ну, как бы неприятно. И они у меня идут рекой. А вот это вот средство, я вчера вот тоже вот буквально вот почистила, испытала, офигенно убирает, нет резкого запаха, и при этом при всем не оставляет разводов, и моментально, знаете, прям вот реально чисто, вот прям вот реально хорошо убирает, очищает, то есть очень даже объем хороший купила, и тоже, по-моему, в пределах 60 рублей, так что, девчонки, присмотритесь, мне очень, я была в восторге от данной покупочки. И, конечно, что я могла не купить, это же, конечно, мой вернель, ароматерапия, это уже у нас идет масло пачули орхидея, обалденное средство, которое я покупаю, наверное, и буду покупать, моя рука к нему тянется. Люблю, мне очень нравится. Единственное, что вот в этот раз я взяла такую большую байду в 2 литра, неудобно наливать, потому что, ну, реально она тяжелая, запах просто по всей ванной, я вот тоже только что буквально достала его из стиральной машинки, аромат просто божественный, помимо ванной комнаты, идет еще в квартиру, и белье, конечно, очень хорошо пахнет. Девчонки, присмотритесь, мне очень нравится. И такое, знаете, влажная туалетная, детская туалетная бумага. Девчонки, знаете, вот взяла, вообще спутала с салфетками, вот честно. Думала, это влажные салфетки, что-то подбежала, схватила, ребенок дергал. Но, девчонки, хорошая вещь. Присмотритесь, тоже как бы для ребятешек маленьких альтернатива именно вот этим вот влажным салфеткам. Вот это классная вещь для средств гигиены именно в туалете. Потому что огромнейший плюс то, что они полностью растворяются в воде, и состав у него хороший, в принципе, прям мне очень сильно понравилось, тоже как бы я в восторге от данного продукта. Девчонки, присмотритесь, у кого есть детки. Так, это были все мои покупки. Девочки, если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подписывайтесь, откомментируйте, потому что если вам будет нравиться данный обзор на такие виды покупок, чтобы я могла знать и дальше снимать мне или нет, так как это достаточно специфически для меня, и я очень сомневалась, долго снимать вам данное видео или нет, но я постоянно что-то пробую, постоянно ищу альтернативу тем или иным продуктам для того, чтобы просто упрощать свою жизнь в бытовых условиях. Девочки, я желаю вам хороших покупок, выгодных покупок, хороших скидок. Я желаю вам чистоты, свежести. Я желаю вам в зимний период не болеть. А с вами была ваша Ира. Всех целую. Всем пока-пока!